27 февраля стартовала факельная эстафета праздника «Севера Колосовка-2013». От Вечного огня в Парке Победы до стадиона «Колос» в столице сельской Олимпиады факел по доброй традиции доставят студенты Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. Каждая эстафета, она имеет свое значение. Почему? Это, во-первых, мы разные направления географические, это раз. Второе, значит, каждый праздник «Севера», он отличается своими неординарностями, индивидуальностью, поэтому мы каждый год, несмотря на то, что это 14 раз, всегда настраиваемся. Ну, естественно, нас в первую очередь интересует маршрут, протяженность маршрута. Чем длиннее, тем больше мобилизируемся. Ну и второе, конечно, ребята у нас лыжники, они это воспринимают так же, как тренировочный процесс, чтобы готовиться. У нас еще сезон продолжается, после эстафеты они будут участвовать в многих соревнованиях. Команда факелоносцев в нынешнем году сформирована из парней, студентов кафедры лыжного спорта. Для ребят эстафета – серьезное испытание. В день придется преодолевать порядка 25 километров, чтобы 1 марта прибыть в Колосовку к торжественному открытию праздника. И очень ответственно. И особенно, когда вносишь на стадион, зрители аплодируют. И это здорово, да. Ответственность. Большая ответственность за то, что да, ты что-то несешь такое важное. Как знаете, это в старые времена, там, в Древней Греции, там вот несли этот огонь, поджигали. На горе Олимп, там, может, не знаю. Свыше что-то дано.